Всем привет! У нас не утро, у нас вечер. И Алиса занималась вот этой книжечкой. Мы с ней английский учили. Очень классная книжка. Ручка у нее такая есть. Покажешь ручку? В общем, здесь есть вот такая песня про Pussycat. Алиса ее включает и под нее говорит, сейчас заснет. Говорит, она такая классная, как колыбельная. Закончилось, надо заново нажимать. А это что-то такое красивое нажал. Where have you been? Queen, королева. Pussycat, why are you there? Почему ты здесь? Так, сейчас Алиса вам расскажет. Давай, рассказывай. Dog, cat, bear, mouse, rabbit, wolf. Всех знает, даже проверять не надо. Dog, cat, bear, mouse, rabbit, wolf. Запоминайте, кто не знает, может быть, нас тоже смотрит кто-то Алисиного возраста. Bear, bear, cat, dog, dog. Так, хорошо. Dog, dog. А нажми на собачку, которая говорит, я собачка. I'm a dog. I'm a cat. Все, опять Pussycat слушать музыку. У Алисы своя атмосфера. Что такое hello? Привет, hello. А bye-bye? А bye-bye это пока. Ты чего сердишься? Я сержусь, потому что я хочу песенку Pussycat. Слушай, ну мы уже ее 20 раз послушали. Зайчоночек. Скоро я буду злая и буду жить на улице. Да? И что ж ты там будешь делать на улице? Я буду на улице весь день кататься аттракционов, даже ночью. А, ну конечно. И брать сладкую ватку. Конечно, там же понаприехало аттракционов. А что такое thank you, мышка вот говорит? Thank you, это спасибо. А ну нажми, пусть она скажет, послушаем. Thank you. Ой, как она красиво говорит. А что такое nice to meet you? Это я тебя видеть. Да? А ты рада меня видеть? Рада. Nice to meet you. Что, опять пусика ты ищешь? Невозможно. Вот такие у нас теперь звуки здесь под окном. Плохо видно аттракционы, они закрыты деревьями. Ну, короче, их масса, такая масса. Просто посмотрите, что нам видно из окна. Алиса говорила, в одну сторону для более старших детей аттракционы, в другую для младших. Наверное, вот там слева для более все-таки старших. А вот прям возле нас, видимо, карусельки для младших. И в ту сторону тоже идет. Далеко-далеко. Луна, давай расчешемся. Иди сюда, садись. Луна у нас снова извалялась в траве, да? И поэтому ее снова пришлось мыть сегодня, уже в последний раз. Где Луна, свинка?
Выткнулись в меня носиком. Расчесывай, помогай мне. Помоги. Зубочку. Уйди, Бузи. Она еще мокрая немножко. И так каждый день. Мира увидел. Перепрыгивай. Сейчас поедешь уже. Скоро. Счастливого пути. Такое сделали с нашей улицей возле отеля. Процесс. Ну что, вкусная? Вкусная, Алиса? Покажи язык, Алис. У меня усы. Какой синий. А у меня. Наша глянь. Алис, крути сильно руль. Не, в одну сторону. Алиса, крути. Алис, крути руль в другую сторону. Крути сильно. Нет.
Все нормально. Что? Ничего, все нормально. Ну что, утром лунопарк видели? Теперь надо посмотреть на него ночью. Вау! Да, красиво ночью сверкает, да? И я же говорила, это колесо так крутит. Ты видишь, колесо, которое светится, крутит, мама. А потом там люди кричат. Да? Смотри, что это там за газ. Да, там какой-то дым пустили. Это, наверное, специально на каком-то аттракционе. Я же не думаю, что он загорелся. Просто катаюсь на медведи, там роскошь, потому что включился баллон. И там я отравилась и боялась. Говорю, да. Алисе прям чрезмерно интересно, и Махе тоже. Что я боюсь, чтобы они из окна не повыпадали. Так они интересуются этим всем. Маха, вылезай. Ну что, с папой днем сходила, вечером идет с мамой посмотреть на это все, на все эти огоньки. И Катюша тоже с нами идет. В лифте не прыгаем, а то застрянем. Помнишь? Что за запах тут странный? Будто в бассейне. Да, как хлоркой или химией какой-то пахнет. Сыростью просто. Да, точно сыростью подвальной. Да не целуй платье, грязный зайка. Чудо. Руку поцеловала. Давай я тебя потяну. Дайте вашу ручку. И я тебя потяну. Идем, пошли. Мама, смотри! Красотища. Не кричи только, пожалуйста, то уже поздно. Где ты хочешь кататься? А ты вот там не плавала. Боже, как носится на электросамокатах. Так, ну что, мы то, чего Алиса не делала с Костей, будем делать. Поплаваем на водичке. Алиска выбрала тигра, не знаю, может потому что год тигра. Господи, чего здесь только не продается. То ли это в тире выиграть можно. Тут вот я смотрю, стреляют. И может быть стреляя выигрывают игрушки, не знаю, но их тут очень много. Здесь какая-то странная система, вот покупаешь один билет, и тебе дают как бы два билета, вот второй.
И ты как бы сюда потом еще раз можешь прийти, именно на этот аттракцион. Привет! А, Алиса научилась уже управлять. Но тут чуть-чуть попроще, чем в тех машинках было. Бабушка пришла. Алиса наконец-то дождалась этого счастья в виде сладкой ваты. Вот она так красиво смотрится ночью. А какую ты хочешь? Ты на палочке хочешь или в ведерке? Хочу в ведерке, смотри. Что? Я тебе покажу, что такое. Что-то покажешь мне? Ну давай. Странный выбор вата в ведре. О, Господи, как они запиликали. Не торопись, доченька, не спеши. Ой, это что? Это игра какая-то? Это рыбалка, да? Хочешь ловить? Хочу. Ну давай. Подожди, надо узнать сколько. Смотри, их надо ловить и вот сюда складывать. Бабушка помогла. Так, давай еще лови. Больших поймать легче. Молодец. Прикольно, они плавают по кругу. Еще поймала черепаху, ого. Ну все, Алиса вошла в азарт. Короче, вот это вот цены. Я так понимаю, что это 10 минут, 5 евро. Ну, дороговато, конечно, очень. Но еще здесь то ли что-то продается, то ли выигрывается тоже. Какие-то наборчики. Кого хотела. Вау! Красавица. У него красные глаза. Он, наверное, класс. Скоро не поместится. Не-не-не, руками нельзя помогать. Надо самой. Надо так, надо без рук ловить. В этом весь прикол. Ух ты, какая шустрая. Не, руками нельзя. Конечно, интереснее, чем дома сидеть. Ловить тут уточек. Давай. Опа, молодец. Давай еще. Мама, смотри. Класс. Вау, смотри, какой красавец. Красавец. На нем большой флаг. Да, у тебя уже большой улов. А, уплыла черепашка. Туда иди, ты достала с края. Молодец. Да опять не туда. Давай. Сажай сзади. Сзади сажай, сзади. Вот сюда сажай. О, молодец. Видишь, какая ты уже ловкая. Ловкая, ловкая. Умница. Вон сколько наловила. Наловила. Некуда их посадить уже. О, даже такую утку. Субтитры сделал DimaTorzok.
Так, Алиса показала, что она выбрала. Ей говорили, можно выбрать даже вот эту вот сирену, какую-то светящуюся. А она у нас выбрала набор инструментов. Покажи маме, что ты выбрала, покажи. Вот такой набор. Хотя изначально она хотела взять хаги-ваги. Карусели какие-то, как с чупа-чупсами. Пойдем, пойдем, покажешь. Хорошо, пойдем. Ведет меня куда-то. Так, Алиса привела вот сюда. На кораблике вот таком вот. А, кораблик Спанч Боба. Кто бы сомневался. Так, на эти аттракционы мы купили два вот таких билетика. Один я дала Алисе. Тут стоит 3,50 за два раза. Все, у Алисы забрали билетик, сейчас поедет. Ты села на машину Спанч Боба, да? Да. На кораблик Спанч Боба. Да, пристегнулась, молодец. А ты видела холодное сердце паровозик? Ну давай. Беги. Ух. Сейчас бабушка Алису пристегнет. Два мотоцикла, желтый и голубой. А это Алиса его делает. Ну, да. Полицейский же мотоцикл. Полицейский мотоцикл. Я думала, Алиса выберет паровоз Эльзы. А она, видите, выбрала полицейский мотоцикл. Алиса на низком старте. Круто на таком, на мотоцикле. Наверное, кажется, что на самом деле. Догадываюсь, какой приз Алиса себе хочет, поэтому я немножко дороже ей купила билетик. Посмотрите наверх, и вы сами все поймете. Если ты хочешь Спанч Боба заработать, то тебе надо много словить. Давай, старайся. Да? Я могу много словить. Давай. Оп.
типа... То есть понятно, да, здесь платишь не за само развлечение, а скорее за игрушку, которую ребенок потом получает. Он как бы выбирает себе, и ты в зависимости от того, из какой категории хочешь выбрать игрушку, ты платишь, дороже или дешевле. Я думала, что это зависит от минут, ну, типа, сколько минут ребенок будет играть. А это зависит все-таки от приза. Бабушка уже нашла, где присесть, возле такой детской комнатки. Кстати, интересная комнатка. А Лисюшенька рыбалит. Видите, как это выглядит? Вау, класс! Пикачу я стреляю. А я и Пикачу там, видишь, вот у них. А, Вале! Вале! Это ты такого там захотела взять лошадку? Смотри. Красота. Лошадка-уточка. Лошадка-уточка. А вон черепашка. Ох, ужас, как тут людей крутят. Я бы так в жизни не смогла. Рассматривал игрушечные наборы. Прикольные. Все, Алиса, заканчивай. Последнюю, лови последнюю. Все, молодец. Наловила очень много. Ну что? Ну что, показывай тете, кого берем? Какую игрушку? Берем вот этого Спанч Боба. Вот этого Спанч Боба? О, у тети еще один есть. Грациас. Ох ты, будешь вместо подушки спать на нем, да? Будешь вместо подушки спать. Бабушка вон там сидит, пойдем. Бабушка тут сидит завалена Спанч Бобом сладкой ватой. Вот это погуляли. Ку-ку! Лисюха все там шатается и шатается. Довольная, как слоненок. Мне кажется, что Алиска вот только доросла до всяких вот таких лазанок. Ну вот именно в 5 лет это, наверное, очень интересно. А раньше она была слишком маленькая. Ей раньше нравилось лазить, но сейчас она прям, видно, такое удовольствие получает.
Какая-то строится башня, что-то наша девочка задумала. Правда, у самого выхода. Ох, Алис, не упади. Алисочка, а построй башню вот там дальше, чтобы, если что, не упасть. Дальше, да, на, дальше. А то как-то у выхода не очень хорошая идея. Боже. Ну что ж такое? Иди на горке покатайся. А потом тебя детки не заметят и на тебя наступят. Вот туда переляжь. Не, вот здесь. Вот здесь, сбоку. Да, вот здесь. Иди съедь с горки на шарики, хочешь? Такие красивые цветные шарики, такие впервые вижу. Они крепкие. О, они такие, знаете, как типа резиновые немножко. Не такие, как у нас используются. Они мягкие, мягенькие. Да, классные, мягкие. Напротив есть такой интересный корабль. Я не знаю, для какого он возраста, потому что туда даже взрослые заходят. Но там есть длинная горка. Так, Алиса тут выстроила целый дом. Вот такой дом выстроила Алиса. Она развлекалась, как хотела. После детской комнаты, ага, Алиса захотела еще порыбачить, чтобы выиграть, как вы думали, кого? Конечно же, этого Патрика. Я говорю, что ты будешь с ними двумя делать? Говорит, буду с ними играть. Ну, я не могу ей отказать. У нее все время то палец болит, то она, блин, страдает с этими своими невезениями всякими. Бесхарактерная я, не могу ей отказать. Я хочу, чтобы ребенок порадовался. Скоро поедем в Украину. Будем ночью вместо этих всех развлечений сидеть сирены слушать. Пускай пока может, радуется жизни. Алиса хочет всех переловить. Поэтому она уже руками их даже вылавливает. Вот так вот. Вот ее улыбчик. Давай их всех назад, уточек. Да, в водичку. Вот так. Давай, выпускай на волю. Аккуратненько только, сильно не кидай, аккуратненько. Все, утки пошли в новое плавание. Ой, они столпились. Все, забирай Патрика. Алис, Алис, они сами заплывут. Алис. Все, все, заплыли. Забирай Патрика, дочь. Gracias. Все.
мы идем домой. У нас не осталось денег. Папа скажет, я с Алисой вернулся с пустыми руками, а вы понаприносили, как всегда. Алиса пить хочет, воду, говорит, потеряла. Потеряла ли она у тебя? Она у бабушки. Алис, вода у бабушки. Можешь попить. А давай я тебе открою, Боже. Пей. Видишь, жарко ее одели. Все, Дотя, домой идем, у меня уже денег нету. Мы уже шли домой и вспомнили, что у нас один жетончик еще остался поплавать. Их же по два дают. И Алиса хочет вместе со Спанч Бобом поплавать на крокодиле. Алиса села, Спанч Боб сел. Здесь два мальчика, еще сели один маленький мальчик. Как... И только что не плавал никто, а тут поплыли с Алисой еще двое деток. Ну, на крокодиле, да, со Спанч Бобом классно плавать. Эй, Спанч Боб, привет! Возьми нас в плавание тоже. Все, Патрик тоже поплыл. Патрик толстый, не помещается. Ой. Алиска молодец, всех обплывает. Мира Антонио. Апа, молодец. Мне, Патрик. Понятно. Понятно. С Патриком тяжело плавать. Хорошо. Плыви ко мне. Все, Алиса хочет Патрика покатать. Патрик, ну никак не вылазит, ну слишком толстый. Слишком много лодок сразу плавает, не развернешься. А, я думаю, что у Лиски мокрый рукав? Она у нас загребает руками, когда плавает. Она думает, это... Это поможет. Может быть, у нее уже остановилась лодка, что она гребет все, мокрый рукав. Скорее всего, уже остановилась. Там же кидается монетка, и она какое-то время плавает. Помогите! Алиск! Сейчас, подожди. Сейчас тебе помогут. О, вытащили Алис. Все, нагулялась? Нагулялась наша девочка? Все, идем домой. Да, у нее мокрые рукава, она загребала. Пойдем домой, все, Дотя, забирай Спанч Боба. Пойдем. Пойдем. Давай мне эту рыбалку, все, что мы выиграли. Только не урони их, а то они станут грязными, ладно? Не спеши, через дорогу за руку пойдем. Пойдем. Сюда, сюда, куда ты? Интересно, тут вход перекрыли, только этот остался. Да ну.
Все, пошли с падки. Тихонько. Мама, можно прямо с оттуда? Тихонько. Можно? А? Можно прямо с оттуда? Можно что? Можно прямо с оттуда? Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Можно прямо с оттуда? А, поешь сладкую вату? Конечно, поешь, когда домой придем. Сидите здесь, подвигайте по мячку. Слушайтесь, мама, грязно, никогда не орите. Подними их. Тут и собачек возят. Слышала? Слушайтесь, маму, никогда не орите. Не орите, Патрик и Спанчбоб. Слушайтесь меня, мама. Представляете, что вы мамы. Они твои дети, да? Да. Ох ты, разлохматилась. Однако. Нагулялась? Дети стоим. Алис, папа, наверное, спит? Спанчбоб, слушайся, маму. Не прыгай в меня. Папа. Вот видишь, я Патрик. Ой, я вся мокрая, так жарко. Доченька, папа, наверное, спит уже. Тихонечко заходим. И по коридору тихонечко идем. Да, вот так тихонечко. А то мы... Да, мы уже долго загулялись. Иди тихонько. Вот так? Да, вот так. А как ты попадешь, у тебя ключ есть? Нет, придется стучать. И будить папу. Может, я лучше через Катю зайду. Подушка? Ну, типа того, наверное. Это большой Спанчбоб. А как ты его выиграла? Я его выиграла на рыбалке, когда я ловила уточек вот этой ложкой. А потом я выиграла Спанчбоба. И большой Патрик. Круто. Пин-пин-пин-пин-пин. На, водички будешь еще? Дай сладкую вату.